рассказывать, что он сейчас. Всем ассаламу алейкум, вы находитесь на канале Мурадов, и сегодня у нас на обзоре обзор. Ладно, давай, причем Атака — это машина, которая всегда будет актуальна, в ней не поймешь, кто... Всем ассаламу алейкум, вы находитесь на канале Мурадов, и сегодня у нас на обзоре шедевр японского автопрома, это Toyota Camry. Фары туманы, полосы раны, голос нирваны, только сней, сней, сней. Фары туманы, полосы раны. От тебя к тебе. По ночной Москве, я лечу от себя к тебе, я лечу от себя к тебе, я лечу от себя к тебе, меня уносит проспект. Я лечу от себя к тебе, я лечу от себя к тебе, я лечу по ночной Москве. Я лечу от себя к тебе, я лечу от себя к тебе, я лечу. Что я вам могу рассказать про этот автомобиль? Я этим автомобилем владею уже второй месяц. Это моя третья машина по счету. Я ее купил после приоры. Приору, как вы все знаете, я уже продал, кто подписан на мой инстаграм. Ну, два месяца уже, я думаю, достаточно, чтобы примерно сказать про ее плюсы и минусы. Давайте поподробнее расскажу про машину. Это Camry 2017 года в комплектации эксклюзив. Отличить эту комплектацию можно по ее дискам, а также по мультимедии, которая находится внутри. Позже мы ее покажем. Также это второй рестайлинг, это 55-го кузова. Они отличаются тем, что здесь стоят вот эти поворотники, их называют клыки, а также решетка радиатора, она более симпатичная, чем на прошлой модели. Также по поводу оптики, в комплектации эксклюзив идут двухлинзовые фары, честно сказать, они очень хорошо светят, и вот эти ксеноновые противотуманки. Также, что можно про нее рассказать? Дальше мы по машине посмотрим и расскажем. Также, как подсказал мне оператор, эти номера я за них отдал 40 штук, с оформлением там вышло где-то 50, ну, короче, СХО 013 в городе. Также по поводу истории покупки данного автомобиля, как все это было. Я уже второй месяц ищу, как я уже продал приору, ищу в объявлениях на Авито, если Camry в 55-м кузове, комплектации эксклюзив, и вообще я не нахожу живых. То ли они с двумя деталями крашены, или у них какой-то конский пробег. Конский, да, называется, если большой или как. Ну, короче, с большим пробегом у них они стояли на Авито, короче, объявлениях. И я ищу, не могу найти. И в моем же родном городе мне попадается объявление, то, что продается Camry эксклюзив. Я резко захожу, набираю, оказывается, этот человек с моего села. Я резко еду к нему, смотрю машину, мне она понравилась. Но есть был минус, то что я не поехал туда с подборщиком, а просто на словах поверил ему. И отдал деньги, забрал машину, еду подборщику, и все то, что как он говорил, красавчик, сдержал свое слово, все как он говорил, не битая, не крашеная, с пробегом 100 тысяч была машина. Я вот ее забрал, и альхамдулиллах, я очень доволен этой машиной. Тавтологии нету, наверное. Нормально. Также по поводу данного автомобиля, то, что невозможно понять, кто едет за рулем. Это, например, какой-то чиновник, бизнесмен или же простой бродяга, молодой пацан, который купил ее на последние деньги. Я не про себя. Ладно. Ну, реально, 55-я Camry, это может быть как даже дежурка или, я не знаю, просто машина, которая дома стоит, и на ней ты выезжаешь, будь то чиновник или кто-то. Не знаю, можно, давай вовнутрь переместимся уже. Там не только мотор. Давай внутри что-нибудь. Давай башня. Ну что ж, мы переместились внутрь данного автомобиля. И что хочу сказать, то что в комплектации эксклюзив, как я уже говорил, поставили такой дисплей с большим разрешением и убрали вот этот дисковод, который никому не был нужен и, надеюсь, никому больше не пригодится. Но из минусов данного дисплея, это, конечно же, то, что там нету CarPlay, просто голый Android. Я также установил вот этот Яндекс, вот эту систему, и то, как я с ним мучился, просто... Мне нужно было вот это открывать каждый раз, и у меня даже здесь скрепка осталась, как я
вытаскивал вот эту микросим-карту. Сейчас, подождите, вот. Я каждый раз вот так ее вытаскивал, шел домой, ставил компьютер, ну, ноутбук, и скачивал, заново приходил, обновление скачивал, и так три раза, ну, мне приходилось делать, ну, как в инструкции, там, мануал был, вообще непонятный. Короче, главное, я вот это установил, но он не так сильно лагает, но чуть так, да, подлагивает. Там здесь YouTube также есть, мне нужны приложения, но, как я уже говорил, главный минус — это нету CarPlay. Про материалы рассказать, да, вам интересно что будет? Что можно рассказать про эти материалы? Да, я думаю, все знают уже. Да, просто обычное. Обычное то, что, ну, японцы раньше делали вещи, сейчас не знаю, как в 70-ках, но материалы более чем добротные, они качественные, кожа тоже приятная. Даже панель вот эта перетянули кожей, строчка тоже ровная. Так, бомбочка. Ну, где договор? Да, мы на универке, прямо где юридический факультет, снимаем обзор. Что можешь еще по салону рассказать? По салону? Я могу рассказать про беспроводную зарядку, которая здесь очень удобная, я сам ей пользуюсь. Она, некоторые говорят, что она вообще не заряжает, но по своему опыту я могу сказать то, что она хоть и медленно, но заряжает. На 70-ках эта беспроводная зарядка расположена вот здесь. И когда ты на бугорках, на лежачих полицейских где-то проезжаешь по неровной дороге, она оттуда уходит и теряет свою функцию. Короче, телефон не заряжается. А здесь поставил, чуть поездил, и телефон уже зарядился. И про задний ряд рассказать, да, брат? Ну, задний ряд что можно? Очень удобно там сидеть, нету массажа, нету ничего. Не знаю, просто сиденье, но очень удобный. И еще по поводу тоже самое главное. Обогрев хоть... четырех сидений. А, да, обогрев четырех сидений и вот эта суета. Вот, как это называется? Автоматическое открытие и закрытие. Ну, короче, спускание стекол. На всех четырех стекол. Да, на всех. А так, подожди, брат. Еще что я хочу добавить, то, что в машине стоит газовое оборудование, дорогое газовое оборудование. Хоть и здесь не такой большой расход, это 13 литров, как чуть больше на моей приоре. Ну, не сказал бы, что она прям сильно жрет топливо, но газ — это очень приятно. Это хоть какая-никакая экономия. А что, мы проедемся, да? Чуть погазуем, побеспредельничаем по городу. Наверное, зрители тоже. Ой, надо. Надо, да. Давай. А так обязательно надо пристегиваться, потому что... Это безопасно, по идее, но там старшие братья стояли, поэтому я пристегнулся. Так, вот мы выехали в город, сейчас что-нибудь я расскажу про машину, там, своей жизни, и чуть проедемся, да? На 0.5 переключу, думаю, чуть-чуть поинтереснее будет. Давай. А так, по поводу того, как едет машина. Это хоть и 2.5 объемом здесь стоит прошивка, с завода здесь идет 180 лошадок, как говорил мне прежний хозяин данного автомобиля, он сказал, что сделал на ней прошивку, ну, легкую такую, и здесь где-то чуть больше 200 лошадок, где-то 205-204 лошадиные силы. Не говорите. А, да, все понял. И она нормально так едет, тем более на вот этой механике, где она, ну, держит обороты. И... Тормоза. По поводу тормозов, здесь стоят тормоза от Хайландера, они не перегреваются и они останавливают, самое главное, хорошо останавливают. Также в прошлом ролике, где я снимал обзор на новую Весту, я говорил то, что, ну, я в тот момент тоже хотел купить другую машину, на тот момент у меня была Приора, и я, у меня выбор стоял между Kia Rio, там, Volkswagen Polo. Камеру я не рассматривал, не думал, что найду в таком состоянии за ту сумму, которая у меня была на руках. И вот так мне она перепала, честно сказать. Я очень рад этому. И сейчас, когда я сажусь в какую-нибудь Kia, или вот так, я понимаю то, что реально я совершал ошибку, думая, что вообще хочу приобрести их, купить. Ну, Volkswagen Polo более-менее, но вот Rio мне вообще не нравится. Рядом сидит тот человек и снимает, который владеет Kia Rio. Ну, наверное, сейчас думает, что ты несешь, ну ладно. Ну реально, что такое Kia Rio, сейчас новые, они стоят 2 миллиона.
200, 100. Зачем они нужны? Хоть и понимаю, новая машина, но все равно лучше купить чуть более старую камлюху, чем новую пустышку Kia Rio. А так по поводу комплектации тоже. Здесь бывает стандарт, стандарт плюс, престиж. А так, то что я знаю, эксклюзив — это не полная комплектация. Полная — это какая-то элегант плюс, что ли, или люкс называется. А там сзади тоже, задний ряд сидений, они, ну, меняют свое положение. Также сзади можно переключать треки. И также эти сетки сзади, которые поднимаются, ну, с кнопки. Здесь вообще этих сеток нету. Но там у меня стоит два слоя люмара, и там вообще ничего не видно даже снаружи. Не то, что внутри. Или, точнее, наоборот, короче. Поймите, как хотите, да, он просто сказал, как надо. А так спереди уже тридцатки аккуратно, ну, старшие братья напрягают. Но надеюсь, в этом ролике вы не увидите, как я стою с опущенной головой, и прошу их отпустить меня. Так, Приора, чё ты? Где-то... Вот же старшие стоят. Где? Машина, точнее. Короче, он рассматривал для покупки вот такую Volkswagen Polo, но не, потом увидел ее. Ну, поколение, брат. И потом решил не покупать, потому что ментовские тоже они ездят. Оператор тоже на своей волне. Да, я шучу. Да. А если вот здесь Mario FSO? Честно сказать, вид 55-й камеры мне больше нравится, чем вот такой 70-й. Какой? 70-ки. Да. Ну да, она более строгая такая, да. Дежурка, аккуратная на стиле. А 70-ка какая-то китайская, я не знаю. Какие эти фары, какая-то сплющенная, а это такая большая волка, я не знаю, как можно сказать. Конечно, в салоне поинтереснее 70-ки. Да, в Азар нет салона, но есть. Второй тоже заберем. Ой, нет, уже перебор будет, наверное, нет? Не перебор? Людей тоже нет. Нет, да, перебор будет. Но Хачкале денег нет, говорят. Каждый светофор останавливаешься. Рядом лямов 20 стоит всегда. Слева, справа, сзади. Да, честно сказать. 300-ки, 200-ки. Че, по кайфу в городе. На универку выйдешь, ну че, просто глаза разбегаются. А так... Впереди камера, фиксирующая нарушение. Подвеска бомбу отработает, скажи. Ага. Вот так не переходите, пожалуйста, дорогу, да. Реально. Впереди камера, фиксирующая нарушение. Знаете что? О, сними по-братски, он что сделал? Вот эту плиху сними, серую. Там человечка поставил наверху. Где антенна? Нет, там не видно, брат. Не видно? Сейчас я подъеду, брат. О, сними. Просто, чувак, просто. Человечек летит. Они тебя не успеют остановить, да?
хочу снять чуть от первого лица тоже, чтобы вы насладились, прочувствовали моментом. Я лечу от тебя к тебе, меня уносит проспект.